Валерий Константинович, можно ли сейчас пересаживать на постоянное место привитые саженцы этого года? Сейчас, если мы сеяли лето, и подвой для прививок на следующий год. Если можно, то как это лучше сделать, с обрезкой или без? Так вот, отвечаю. Значит так, сейчас не делать ничего. А есть весенняя обрезка, принцип один, как можно раньше. И с сильнейшей обрезкой, ну хотя бы половину кроны. А так смотреть по состоянию корней. Вот если купили на рынке саженец, первым делом выбросить его. Если жалко выбросить, отрезайте 90% кроны. Несколько нижних почек, глядишь, чего-то дадут со временем. А здесь так получается, в середине лета вообще не трогать, даже в горшке. Не прерывайте процесс, потому что вся Россия это... Во всей России деревья культурные иммигранты. Даже в Москве, даже в Мичуринске, даже в Одессе, даже в Киеве все равно не хватит времени для того, чтобы по-настоящему вызреть. Вот. Так, что-то сегодня вопросов много. Значит, ждем осени или весны. Я про это уже рассказывал подробно. Так. Сейчас ни в коем случае.